едем, короче, ребята, дальше искать новые места. Короче, ребята, нашел я следы этого человека, который шел в тот раз навстречу мне. И потом так и непонятно, куда ушел. Короче, как я и предполагал, когда выезжал обратно туда, он шел навстречу мне сюда. И вот в этом месте где-то мы пересеклись, вернее, он услышал заранее мой звук, моего вездехода. И он свернул в лес. Где-то в лесу постоял в темноте. Я мимо проехал. И он потом вышел. Вот его следы. Плохо, наверное, видно на камеру. Ну вот видно, снежок. Как раз вот снежок выпадал в то время. Вот тут только его единственные следы. Больше тут никто не ходил. Это от сапога след. Это тут уже он выходил из стороны. Значит, да, значит, действительно он шел навстречу мне.
Потом пересидел где-то, пока я проехал. И вышел отсюда. Из лесу. Я только так и не понял, куда он дальше ушел. Короче, он дальше делся куда-то. Там нигде выходов нету больше. Ни заходов, ни выходов. Я внимательно смотрел по обочинам. Я сейчас, конечно, прогуляюсь тут, посмотрю, куда следы ведут. Просто не буду все подряд снимать. У меня батарейка уже на экшн-камере села. Хотя ни хрен, мы по рыбалке походили полчасика. Она уже все. Холодно на улице, минус 10. И на фотоаппарате у меня уже одна палочка осталась. Так что буду экономить. Сейчас тут посмотрим с вами. Сюда он вроде, я уже посмотрел. Сюда он никуда не уходил. Значит, действительно, он постоял там. Постоял, потом вышел, когда я проехал. И, видно, пошел дальше. Но я не знаю, куда он делся. Там я больше не видел следов. Блин, интересная система какая получается. А это у нас доски, кстати, тут лес пилят. Ну, далеко приезжают, вот я говорю, за 50 километров я нахожусь. И обычно, когда лесовозная машина едет из города сюда в лес, они туда в город везут бревна отсюда, а обратно из пилорамы везут доски. Потому что в некоторых местах бывает плохая дорога. Ну, там буксовка, как бы там проваливается, еще что-то. Они с собой доски везут на всякий случай. Вот, и эти досками потом дорогу укладывают, чтобы проехать. Ну и мусор тоже, им больше куда девать. Они с собой привозят, вот так в лес бросают. Все сгнивает. Но больше-то, конечно, на запас, чтобы где-то дорогу подсыпать, если дорога провалилась. Так, ладно, пойду я посмотрю, что там, где он стоял-то, что он там делал. Почему он от меня прятался, когда я ехал. Ладно, что интересного вижу, покажу. Ну вот, еще раз покажу. Там, может, плохо было видно. Вот здесь получше. Вот отчетливый след сапога. Я как раз иду, а он отсюда выходил. Посмотрим, откуда он выходил, где он там стоял. Потому что здесь вот по дороге, чуть-чуть подальше, у него заход был. Он вот здесь зашел в лесок. И здесь вот вышел на дорожку. Ладно, сейчас найду, покажу. Вот вместе с вами пройдемся тогда. Может, вам интересно. Да что, я тут один иду. Вам ничего не показываю. Поможете мне. Что тут может? Кто-то может там... Глазастей сидит. Так. Короче, тут выход. И тут. Он туда еще ходил. Так. Что у нас получается? Он туда ушел? Или он оттуда? Нет, он оттуда зашел. Он оттуда зашел, сходил сюда. Он, похоже, вот эту штуку ходил, смотрел. Да, вот, короче, смотрите. Вот его следы остановились. Вот он постоял тут. Я не... Не, это не след, потому что дальше... Дальше все чисто. Дальше следов нет. Да, он на эту штуку постоял, видно, посмотрел. О! Так, ребята, тут походу капканы стоят. Так, надо хоть внимательнее быть, хоть в капкан не попасть.
Но тут еще по осени бывает, тоже ходят. Так. В капкан бы не попасть, елки-палки. Это походу на куницу, наверное, капканы ставят так. Да. А он, видно, ходит, проверяет. Понятно. Ты охотник ходил. Капканы свои проверяет, ходит. Сейчас мы тоже посмотрим. Сейчас я просто смотрю на землю пока, чтобы хрен его знает. Вдруг тут еще волчий капкан стоит. Так, подойдем поближе. Интересно, тут такая матерая сосна растет. Вообще охренеть матерая. О. Да, ей, наверное, лет 200 или 300. Может, 400. Вот сам капканчик, собственно, стоит. Никто в него не попал. Так, сейчас отодвину веточки, посмотрим. Капканчик стоит, привязанный к палке, чтобы тот, кто в него попадется, чтобы не убежал вместе с капканом. А это кусочек мяса висит, приманка. Да, на куницу капкан. Охотник ходит. Куниц ловит. Ладно, все понятно. Что тогда? Поехали дальше. О, ребята. Недалеко отошел от этого места. От капкана. Ну, смотрите. Чагу нашел. Вот эту я сейчас возьму. Да это я дотянусь. Так, маленькая, правда. Что тут? Ерунда какая-то. Ну ладно, возьмем. Хоть какой-то трофей сегодня будет у нас. Берем. Сейчас отрублю, покажу. Ее топором надо срубать. Она так, нифига, это гриб. Но он деревянный гриб. Он сам, он жесткий. Как дерево, его рубить надо. Сейчас отрублю, покажу вам. Все, отрубил. 4 или 5 раз топором пришлось стукнуть. Такая вот березка кривая. Кривулька. Там внутри еще чага растет. Здесь вот, вот здесь. Я не буду их брать. Их не выколупать оттуда, она только раскрошится. Потом лет через сколько вырастет, может кто-нибудь другой срубит. Вот, короче, я срубил. Она разлетелась на 3 куска. Вот кусок. Вот кусочек. И вот кусочек упал. Эти-то 2 маленьких, конечно, там ни о чем. Ну ладно, тоже пойдет, что. А, тут береста. Ну, бересту надо дома почистить будет. А вот этот-то нормальный кусочек. Такой себе нормальненький. Пойдет. Берем. Вон какой красивый лес. Летом надо будет сюда приехать. Тут грибов, наверное, море. Да, красота. Хорошо, когда снегу нет. Можно походить, поездить.
А скоро снегу навалят, что не пройти, не проехать. Здесь-то никто ничего не чистит. Здесь никому ничего не надо. Ну, когда лес пилят, то они сами себе расчищают дорогу нужную. А все остальные дороги до весны оказываются непроезжими. Вот оно. Эхо Советского Союза. Пока еще на деревьях остались следы бывшей страны. Ну, я про это уже рассказывал. В первом видео там или во втором. Интересно, просто с двух сторон дерево снято. Я такого еще не видел с двух-то сторон. Обычно с одной стороны все деревья. А тут с двух. Да, вон там тоже похоже. С двух сторон снято. Да. На больших деревьях следы остались, потому что раньше, сколько уж прошло-то, лет 30, наверное, да, после развала. Да, что, 2000, какой сегодня? 18-й. Да там 20. Да. Большие деревья уже стали, на маленьких-то уже нету этих следов. Что вот маленькие вот эти вот тоненькие деревца. В то время они были вообще тонюсенькими, их не трогали. Вот только на крупных деревьях эти следы остались. Вон сколько их тут еще. Пока еще их не спилили. Скоро спилят. И следов Советского Союза вообще не останется. Ладно, поехали дальше. Так, еду я по новой дорожке. Никто тут не ездил. Раньше только, может, когда лет, не знаю, сколько назад лес возили. Такая дорога-то не проезжая. Только зимником раньше пользовались, когда лес вывозили, а летом по ней не проехать. Там болотинка такая. Тут даже на УАЗике делать нечего. У меня есть УАЗик, я бы даже на УАЗике не стал бы сюда соваться. Нет, только на вездеходе, вот на этом. На квадроцикле тоже сюда лучше не соваться. Бесполезняк. Короче, я понял, что человек-то ходил. Вот его следы. То есть вот там вот мы видели только что эту нарост на березе большой. И рядом этот капкан. Вот он, походу, проверил капкан. И вот так буквально метров, наверное, сколько тут метров? 100. Там, получается, дорога идет. И вот здесь дорожка идет. Просто я заехал на вторую дорожку. Сейчас по ней проедемся. Будем там эти ручьевины искать. И вот, похоже, человек проверил. Ну, охотник проверил этот капкан. Вот так леском-леском. Вот тут по дорожке я ехал, не было следов. Он, видно, лесом прошел сюда. Где-то здесь, наверное, еще капкан стоит у него. Иначе бы он по дорожке шел. А раз он шел буреломом, значит, у него где-то тут капканчик стоит. Сейчас посмотрю, где он выходил на эту дорогу. Вот он сюда на эту дорогу вышел и пошел в обратный путь. Вот у него обратные следы. А я думаю, почему сегодня-то я еду утром, смотрю ночью. Да, ну утром, ночью. Смотрю, почему обратных-то следов нету. Как он выходил? А, теперь понял. Он по той дороге туда прошел. Навстречу мне. Лесом крутанулся и по другой дороге вышел обратно. Ну, теперь все понятно. Охотник ходил. Сейчас поеду по этой дорожке. Она к реке ведет. Тут ниже по течению. Ну, заодно посмотрим, где он за этот вышел. Все, погнали.
не вижу через камеру. Короче, вот через камеру не видно. Не знаю, видно вам или нет. Вот тут палочки наколочены. На березу и на елку. Это тоже старые капканы. Ну давайте покажу поближе, подойду. Опа! Старые капканы у него. Ну обычно так и делают. Старое место, если перестает работать, переносят на новое местечко, на более лучшее. Ну, это вообще уже старинное. Здесь капкан весили, ну, подвешивали. Куница забиралась и в капкан попадала. Смотрите, эта палка даже в дерево вросла. Уже старая-старая ловушка. Уже елка обросла вокруг этой палочки. Да, уже давно не пользуются ей. Что-то где-то я еще тут заметил. А, о! Вроде здесь ловушка-то. Сейчас посмотрим. А, нет, не здесь. Вот на таких местах тоже делают ловушки. Чтобы куница кверху поднималась. И потом в капкан бамс. Я думал, тут нет, нету. Ладно, сейчас проедем, посмотрим. Сегодня у нас так, разведочный день. Ездим чисто на разведку, ищем новые места. Показываю вам красивые места. А, ну понятно, новые места-то, про что я имею в виду. Где нам покопаться. Ищем следующий ручей. Ладно, еду дальше. Что будет интересное, покажу. Ой, блядь. Опа. Опаньки. Лосики ходили. Опа!
Да, нехилый такой. Нормальный лапоть. Ладно, едем дальше. Ну вот, следы охотника туда уходят. В лес. Вернее, оттуда он шел. Здесь вышел на дорогу и по дороге туда-обратно ушел. Вот так. Где-то там та дорога, по которой я выезжал, где-то там она. Ладно, нам сейчас сюда надо ехать. Поедем тут дальше. Там где-то к реке должны выехать. Сейчас посмотрим. Итак, со следами преследователя я разобрался. Это оказался охотник. Дальше я поехал искать новые ручьи для работы. Об этом смотрите в следующей серии. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ёлки-палки, тут похоже медвежье поле. Ребята, опасность. Тут на медведя охотятся. Пацаны, а я ружья-то и не взял.